Офигеть, их там толпа! Вы чё, гоните? А если они все за мной побегут? Они же меня отхреначат своими барабанами. Я открыл секретную камеру, открылась секретная дверь всех секретных секретов. Паровозиком! Паровозик дебилов, ты посмотри, они реально... RTX таракан на ультрах. Ультра тараканы. Это тра-та-та-та-та. Привет! Мы продолжаем проходить FNAF 9 руины и дополнения. И сегодня будет просто пулеметная, нереально крутая и офигительная серия. Поэтому скорее бери вкусняшки, ставь лайк и погнали. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy. Начинаем! Мы походу практически уже добрались до Грегори. Грегори, я на гонках Рокси, ответь! Грегори, я тебя слышу. Ты меня слышишь? Yes. Да. I can. Я слышу. Что случилось здесь? Все обрушилось. Что-то вырвалось из-под земли и уничтожило все. Теперь не могу выбраться. А мы, по-моему, это слышали в прошлой серии. Я просто делал небольшой перерыв. Похоже, мне все-таки придется следить за подмогой и вызвать полицию. Ну, конечно, да, полицию. Как это может помочь? На это нет времени. А дверь можно? Ладно. Далеко еще. Ты где вообще? Место огромное. Там, внизу. Провал под гоночным треком. Под гоночным треком? Хелпи. Как туда спуститься? А, ну и началось. Вот она, да, защитная блокировка. Сейчас, понятно. Короче, нам надо сейчас лезть в фазербласт. Мы в дерьме. В прямом и переносном смысле. Канализация, серьезно? А у нас будет выбор идти сначала в фазербласт или сначала в боулинг Бонни? Просто в боулинг бы я сходил, мне там уже вы наспойлерили мне. Спасибо большое в комментариях под моими сериями. Уже наспойлерили мне, что оказывается тут есть главрок Бонни. Его можно найти. Я, конечно, постараюсь это сделать, но ничего не обещаю. Я думаю, что мы все секреты с вами будем искать уже на стриме. Ой, еще один, кстати. Еще один комикс, походу, да? Ну-ка. Не понял. Фаскоин. Фаскоин. Устаревший неактуальный коллекционный предмет. Внезапная информация. Мы нашли фаскоин. Ну, монетка-марионетка, кто в теме тут знает. Ну ладно. Допустим. Ну, это коллекционный предмет, я думаю. Он, в принципе, не особо нужен. Так, робот, ты не будешь меня кошмарить, я надеюсь. А чё не убираемся? Смотри, как грязно. Да ты сам бы сходил помылся, капец. Опа. Что-то Чику жизнь трещину дала, потрепала жизнь, смотри, курица вся в плесени сидит, как прям пицца, которая на кухне. Короче, мне сказали, что маска, оказывается, показывает прошлое или будущее. Ну, короче, что-то из этого. Но мне кажется, ну нифига, смотри, ничего же особо не меняется. Меняются только, ну, стены такие же остаются. Двери открываются там всякие, все. Как она может показывать прошлое? Ну, мне кажется, нет. Кто вам такое сказал, я не знаю. Ну, короче, то, что это, наверное, лучшая часть ФНАФа, все согласились, потому что, ну, это имба просто, вы посмотрите. Это же гениальный ФНАФ. Здравствуйте, Чико, все пацаны в сборе, вся банда. Гламрок Бонни, конечно, не хватает, но подозрительно тихо здесь, да? Мне кажется, сейчас какая-то жопа начнется. Смешно вам, да? Вам смешно, да? Вам смешно. Мне кажется, да... А... Чё нахрен? Чё? Я нахрен валю отсюда. Нахрен надо. Чё-то я сейчас обосрался. А, подожди, мы в боулинг-бонни идем, походу. Ты это видел вообще? Ну ты видел? Ну нахрен. Я туда больше заходить не буду. Эти долбанные плюшевые бэйби, это, конечно. Спокойно. Еще один комикс, да? Ну здесь-то точно комикс. О, комикс, я же говорю. Прикольно. Потом, когда соберем, все посмотрим. Ну да, мы куда-то в боулинг-бонни идем, потому что везде кегли. А чё вот за дверь? Ну давайте зайдем, чё. Тут, короче, в каждой комнате ништяки какие-то. А здесь нет ништяков. Неужели это бесполезная комната? Я не верю. А зачем она существует? Эта комната бесполезная? Тут даже маску снять нельзя. Там была еще одна комната, кстати. Давайте в нее тоже зайдем через эту маску. Вон она. Может, в этой комнате хоть что-нибудь есть. Блин, тут почему-то... О, ну подгончик, ну конечно. Виртуальный подарок. Маска Бонни. Класс. И какие-то... А-а-а, дурак! А я маску снять не... Пошел ты нахрен! Он хотел меня заблокировать, ты видел, хитрожопого зайца? Мне, кстати, уже 1000 раз написали, что это не глич-трап.
Я-то откуда знаю? Я ж не проходил игру до конца. Я не знаю, глич-трап-то не глич-трап. Говорят, что это какой-то мимик. Опачки. А я знаю это место. Вон там еще марионетка сидела золотая, да? Или в подарке она была. Вы помните это место? Мы идем в боулинг-бой, не только через эту дверь. А она тут была вообще? По-моему, она тут была, но там ничего не было, когда мы взламывали игру. Либо этой двери вообще не было. Ну, не знаю, напишите в комментариях, была ли эта дверь. Я что-то... Я думал, там была стена. Хреново поймешь. Так, ну это ломать надо. Маска это хакерская получается, приблуда. Сейчас не понял. Там прыгать надо было, что ли? В смысле? Опустите меня... я дурак, надо было сесть. Бывает, ничего страшного. Так, все, я маску снимаю. В смысле? Да, сними маску, блин. А то сейчас опять... Не, ну реально, в игре стало темнее. От этого страшнее. Чем темнее, тем страшнее, логично. Разработчики услышали нас, друзья. Разработчики нас услышали и наконец-то сделали темняшку. Смотри. Ну, крепота! Фонарик, конечно, сейвит жестко. Поэтому, наверное, потому что в этой пиццерии темно, как в жопе мамонта, здесь фонарик бесконечный. А вот тут у нас была этот смесь Монти, помните, которую мы Чику кормили, и она подыхала. Блин, это прям... Вот эту локацию я узнаю. Вот здесь где-то, короче, можно... Так, ты же должен быть в вентиляции, хрен ты тут делаешь. Ты давай только не прыгай мне в лицо, пожалуйста, хедкраб долбанный. Короче, здесь где-то, вот за эту занавеску можно зайти, и там типа Бонни. Но хрен знает, как туда попасть, если честно. А, ну как обычно, да, я понял. 4 провода, вы чё, пьяные? Это я до послезавтра буду разгадывать загадку эту, конечно же. 4 провода, это... О, морожка лежит! Всем приятного аппетита, кстати, кто кушает. И ставим лайки, кто кушает. А если не кушаешь, тоже ставь лайк. Ну как было, а чё нет-то? Подожди, а мы с той стороны можем пройти туда? В эту столовку? А то я как-то сразу на выход пошел. Блин, я хочу Бонни посмотреть. Его тут закрыли, нам не показывают. Ну туда как-то можно попасть. Ну смотри, тут тоже можно пройти, кстати. Может тут подарок есть? Дайте подарок. А если найду? Походу не найду. Ладно, нет тут подарка. Ну и не надо мне ваши подарки. Вот эти вот. Бесполезное абсолютно место. Я думал, может тут можно будет что-то активировать, но нифига. Блин, ну как бы, ну закрыто. Ну по-любому вы сейчас в комментариях все напишите, как это открывается. Ну может я сам найду, попробую, конечно. Вдруг прокатит. Так, все, маску снимаем. Сюда забегаем. О, камера, моя любимая. Кстати, в камерах тоже есть секретка. Там, короче, есть секретная комната. Мне тоже про это написали уже. Типа, если отдалить камеры. А вот. Тут какая-то камера, типа, секретная будет. Ну. Куча мюзикменов. Чё нахрен? Это как муравейник. Муравейник мюзикменовский, что ли? Я не понял. И чё они там все скопились? Столпились? Сгруппировались. Нормально. У них там туса какая-то, а меня не позвали. Ой, стоит дурачок, подожди. Один стоит какой-то. Так, ну мы в боулинге. Я так понимаю, в боулинг мы... Он там бегает. В боулинг мы... Да они тут везде как бы, сыграть не сможем, да? Опасное место, конечно. Тут раньше были эти злые эндоскелеты. Вау. Там под полом что-то есть. Блин, ну игру надо взламывать 100%, потому что ты видал, везде, короче, есть разломы какие-то, в которых что-то валяется. Мне еще написали, что я пропустил блоба, оказывается, где-то в начале игры, вот где была дыра в стене, внизу, когда мы по лестнике спускались, там была анимация, когда блоб уходит за стену. Это тот самый, который убил Афтона в самом конце, Бёрнтрапа точнее. Он там тоже есть. Ну пропустил и пропустил, я там еще подарков кучу... Пропустил. Мне кажется, к нему можно вообще подходить? Ты опасный? Мелкий утырок. Капец. Что-то, походу, ему плохо. Ему... У меня от улыбки лицо разорвалось. Так, ладно, надеваем маску. А его нету, смотри, когда я маску надел. Он куда-то исчез. Маленький читер. Где-то тут, короче, вроде как должен быть вход в комнату Бонни, но не факт. Я на самом деле не знаю, где будем искать, смотреть, ходить. Может, это здесь? Нет, сюда он не лезет.
Блин, я слышу, как эти мелкие там шуршат. Я боюсь туда идти. Мне кажется, чтобы мне было не так страшно, вы должны поставить миллион... Чё? Офигеть, их там толпа! Вы чё, гоните? А если они все за мной побегут? Они же меня отхреначат своими барабанами. Не надо мне такого прикола. Так. Да вроде безопасно. Еще камеры. Как и никто, они вообще такие. Они похожи на диджея. Да, диджея, подожди. Смотри, отдаляем. Вот она, камера секретная. И как на нее переключиться? Смотри, я отдали. Что? Я открыл секретную камеру, открылась секретная дверь всех секретных секретов секретов. Обосраться можно. Ладно, допустим. Секретная дверь. Надо их, короче, убрать отсюда нафиг. А туда они не пойдут. Ладно, иди сюда. Так, пацаны, всей толпой не на меня, пожалуйста, не на мимо. Проходим мимо, не стесняемся. Давайте, да не застреваем. Паровозиком! Паровозик дебилов, ты посмотри, они реально. Я с них ору просто. Чё происходит? Маску надень. Где? А чё мне тут делать-то? Нафиг я их сюда прислал? Сейчас вообще не понял, нафига я это сделал. О, кегля. Понял, теперь сначала не понял, потом как? Понял. Так, все, я убираю маску. Первая пошла. Первая пошла, это значит хорошо. Так, а если они там гоняют теперь, они сюда обратно не вернутся? А, они зависли? Они зависли. Капец, тупые дауны. Подожди, а где вторая? Да они тупо затупили, все, до свидания. Затупки. Вот они затупки, конечно. Мы их забатили на говно, они теперь там зависли, все, до свидания. Короче, мы сломали мелких мюзикменов. Я не понял, где тут было куча проводов. Охренеть, они прыгают! Что это за говно, интересно? Да, конечно, ага, да пошел ты нахрен! Отвали от меня, мелкий утырышный! Ну, сначала догони меня, давай, да, тупой даун. Обманули дурака на 4 кулака. Вы охренели вообще, не понимаю, или что? Сюда шла линия? Вот это оно, да? Это оно, это оно, это не оно. Это вообще дохлый робот валит. Он сейчас меня зажмет в углу, и я сдохну, да? Или он за мной не идет? Так, все спокойно. Спокойно. Так, слышишь, ты чмо малолетнее? Куда он ходит постоянно? Что это за разведобстановка у него? Так, я нашел только одну кеглю. А ему вообще пофиг, он гоняет во все пиццерии. Провод вижу. Спокойно. Спокойно, я вижу провод. Там еще мелкий стоит. Подожди, а тут что-то есть вообще? Или я фигней страдаю? Опа, тут есть робот. Это я умею. И там подарок еще, нифига себе, комбо какое. Кстати, кто знает, что делать эти роботы, напишите в комментах. Потому что их очень много, их надо всех отключать или... Золотой бонни, вау. Автомат не работает. Так, все, хорош. Автомат, что с тобой? Тебя пнуть, что ли? Что ты не звезди-то? Не жужжи! Напрягает меня с жужжанием. Так, forever ever, зашибись, спасибо. Где провода мои? О, вижу, все, спасибо. Провода идут туда. Не нравится мне это. Опа. Так, мелкого нет, открываем. Я думаю, это надолго получается у нас. Блин, это реально надо посмотреть, что за... Это как вообще сделать? Ну, вот это сложная загадка на самом деле. Капец, сейчас мелкий подойдет, меня за жопу укусит, и все, до свидания. Тихо, да блин, не успел! Да, да, чё, офигели? Сначала одна отключается, потом другая. А чё я открыл, кстати? Подожди, офигеть. Еще камера. Так, камера, есть камера секретная, нет секретной. Там опять толпа додиков. А куда мне их? Подожди, мне надо их куда-то загнать, чтобы... Подожди, секундочку. А давай я их к себе позову, а сам убегу нахрен. По-моему, это гениальный план. Так, маску. А маска не работает. Так, робот, я тебя не могу отключить, к сожалению, у меня маска не работает. Меня опять обманули, меня опять подставили, меня опять заскамили. Почему маска не работает? А можно маску починить? Тут где-то глушилка, что ли, опять? Тут опять глушилка, походу.
Так, ну я туда не пойду, там толпа. Надо, короче, найти глушилку и отключить. Не, на провод, наверное, сто... О, я вижу, я вижу, я вижу, 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 вижу глушилочка. Здравствуйте, моя. Отключи нафиг, все. Так, сейчас, короче, надо этих мелких мюзикменов поганых засунуть. Короче, вот сюда, где я стою. А, не, подожди, давай сначала робота деактивируем. Мне кажется, я по-любому миллион роботов пропустил. И с этим я поделать, конечно же, ничего не могу. Блин, ну по-любому мне написали, что я уже миллион роботов пропустил, я тебе отвечаю. Так, ребят, вы там грузите лайков? Чем больше лайков, тем больше серий будет выходить по руинам. Нужен актив жесткий прям. Ладно, зовем сюда. Тихо-тихо-тихо, все, давайте, пацаны, всей толпой. Где они? Где они? Откуда они пойдут? Мне надо понять, откуда они пойдут, чтобы на них не нар... Вот они, Опять эти додики бегут толпой, я с них ору просто. Ну все, до свидания. Так, а где телевизор, да? Телевизор, это оно? Да вы чё? Они там на крыше сидят! Он на крыше сидел, я видел. Так, подожди. Пацаны, вам не в ту сторону, вы... У меня проблема, да? То есть я их всех пригнал туда, где камера. Точнее, где планшет с камерой. Ну, это подстава. А, они назад пошли. Смотри, назад поперлись. Все, надеюсь? Не надо! Пацаны, не надо. Оно вам не надо, я отвечаю. Все, тихо, 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 спокойно. Так а вы хрен ли тут встали? Я вам... Давай я аккуратно сейчас. Оп. Сюда. Так, всей толпой. Беги, 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 беги. Молодцы, молодцы. Давай, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, а я сейчас посмотрю по камерам, ушли они все или нет. А то меня подставят сейчас опять. Смотри. Короче, вот. Ага, все. Все ушли. Красавчики вообще. Где они? Ага, они там. Все, супер. Так, а я бегу как раз сейчас быстро активировать говно. Быстро, быстро, быстро. Быстрее, дурак! Капец ты кривоногий. Давай, 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 давай. Ага, раз. Пердечный приступ, я чуть не сдох. Сейчас все началось, да, началось. 17 минут скримеров не было, и вот тебе, пожалуйста, FNAFPlay сдохни, да? А знаешь, на самом деле, такие скримеры еще страшнее, когда вот у тебя режим ожидания, ты такой ждешь, а сейчас ничего не будет, а все нормально. Маленькие утырки, они тебя могут напугать, они тебя напугали до усрачки. Это практически самый страшный скрэмер. Я не буду этого робота активировать. Ну, в жопу этот робот, короче, все, я... Я психанул жестко. Я всех веду... Нет, не сюда. И не сюда. И не сюда. А вот сюда. Быстро всей толпой. Так, подожди, я сейчас проверю на всякий случай. Все ли они ушли? Вот они все ушли паровозиком. Вот там и стойте. Задолбали, реально. Так, смотри, по пути отключаем вот эту шляпу. Как они меня убили, я так и не понял, если честно. И причем откуда? Они же все там до сих пор, да? Они все там, смотри. Быстрее, дурак! Быстрей, 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 быстрей. Пожалуйста, не беси меня, БРР. Грег, не беси. Тихо, тихо, все, я пошел. Да я не их, их везде миллиард! Капец, что их так много? Я... А там последняя, да? Опять у меня маска не работает. Да шо, вы обосрались. Где глушилка на этот раз? Где она? Давайте, давайте, давайте. Да... Ваши варианты, где глушилка? В заднице у Глиштрапа? Наверное. Блин, напугал. Серьезно, а где глушилка-то? Не, вы сейчас, я сейчас без рофлов вообще. Опять этот робот, ты посмотри, я тебе говорю, их миллиард. Это как секретная концовка будет, если я всех роботов найду. Их же, ну, ты реально задолбаешься их искать. Глушилку мне можно по... Серьезно, опять? Ну, это мы проход сейчас откроем, ладно, давайте откроем уже. Так, быстро она, нет? А это? Они оба быстро! Ну все, началось, началось. Давайте заниматься фигней. Полтора часа, тихо, тихо. Но это будет очень долго, если... Очень. Подожди, 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 подожди. Нормас, нормас красиво. Вот сейчас оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, почти. Ой-ой-ой-ой-ой, прям миллиметрики сейчас были. Нахрена я это открыл? Скажите, пожалуйста. Вот нахрена я это открыл, а глушилок нет. Так, ну это очень все плохо. Глушилка же не может быть наверху, правильно? Я что, не залезу? RTX таракан на ультрах! Ультра тараканы! Это тра-та-та-та-та... Ну понятно, да? Тра-та-та-та-тараканы!
Он точно мертвый? Эл. Ля, какой он криповый, ты посмотри на это чудище болотное, просто, ля. Такого увидишь, обосрешься. Блин, ну реально, они криповые, кстати. Скримак у них вообще зачетный. А мне кажется, глушилка у них... А, ну конечно, глушилка у них! Где ей еще быть? Гениально просто. Давай их позовем сразу в самое очко мамонта, короче, вот сюда. Они сейчас мимо меня пойдут. Они сейчас пойдут, а они мимо меня пойдут, поэтому я тоже пойду. Так, все, пацаны, пацаны, меня тут нет? Меня... Да-да-да-да-да-да-да, паровозиком давайте туда, дружно, дружной командой додиков, идите туда. А-а-а, забатила шар. Так, где-то здесь. Шар, вот этот шар отвечает... Глушилка, спокойно. И вот этот шар. Он гигантский? Он увеличился. Растишку съел шар, офигеть. Все, я погнал. Так, осталась одна. Одна какая-то штука, ее надо отключить, и все, и мы в шоколаде. И жизнь удалась. Так, подожди. Где мелкие додики? Они до сих пор там стоят? Блин, надеюсь, меня не убьют, потому что это будет очень обидно на самом-то деле. Но зато... Нет, есть один плюс в этом. Мы посмотрели скример мелких додиков. И вот это да. Я надеюсь, тут не будет гигантского мюзикмена, потому что это будет уже совсем не весело. Короче, где-то тут последнее, да, в туалете. Ну, началось! Опять толпа додиков. Так, есть ли в туалете секретки? Проверяем. Так, наличие туалета на секреток. Секреток нет. А провод винука, они все охраняют эту шляпу, я же говорю. Так, секреток тоже нет. Опа, здравствуйте. Забор покрасывайте, естественно. Золотой Фокси. Мы нашли уже двух золотых или трех золотых аниматроников. Ладно, где, во-первых, планшет, а во-вторых, где глушилка? Я что-то ни того не вижу. Меня это немножечко напрягает. О, здравствуйте, нашел. Так, давайте отправим этих додиков, например... Да пусть сюда идут, вообще идеально. Я знаю, где это место, и спокойно... Да, блин, и спокойно, что сходит, я отключу глушилку. Давайте, пацаны, давайте, давайте. Главное, не заглючьте и все свалите. Спасибо большое. А можно мне глушилку отключить? Робота завалило, бедный робот. Это что за свалка дебилов? Так, подожди, глушилки здесь нет. А у меня есть маска. А чё я туплю тогда? Вот. Ура! Мы сделали... За что? Я сидел спокойно, отключал эту шляпу, никого не трогал. Почему скример-то? Я же всех отправил погулять. Игра, ты меня реально сейчас выбесить хочешь или чё? Мы это место пройти не можем уже 20 грёбаных минут. Вы думаете, это смешно? Это не смешно? Можно, пожалуйста, лайк? Потому что я сейчас начну беситься. Мы же там активируем... Сколько мы активируем? Я не знаю. А мы где вообще? А, да? Неприятная ситуация, конечно. Они же там спят, да? Ну, зашибись! Вы спите, до свидания. Они спят, я не знаю, как это работает, они спят. Ну, у них сон час, походу, я не знаю, это же... Тупо детсад, как ты постоянно... Да он же меняется. Он сначала в одной позе стоял, сейчас в другой. Он решил меня попозировать? Неадекват, блин. Так, вот если сейчас произойдет какая-то жопа мамонта, я не согласен. Не, ну игрушку золотую надо подобрать по-любому. Я же знаю, где она лежит. Ты посрать пришел? Не смог на унитаз залезть, понимаю. Подожди. Да? Да вместо него, мы же маску-то не снимали, мы же вот теперь снимаем маску. И тут срущий мюзикмен. Прекрасно. Все, что нам было нужно, это срущий мюзикмен. Да, мусик-пусикмен. Так, спокойно. Все, сейчас будет пройдено. Смотри, смотри, смотри. Сейчас идеальное прохождение. Быстро! Все, я сейчас просто спидран. На мужика иду, смотри. Никаких скримеров, все, пацаны. Давайте, давайте, гуляйте, гуляйте. А я, смотри, беру раз. Я понял, почему я сдох. Ты видел, там двое сидят. Они, походу, глухие. Они не услышали, что я их зову. Давайте позовем их, ладно, вот сюда. Быстро, блин. Всей толпой пошли, мелкие вы утырки.
Во. А один все равно стоит. Я что-то вообще не... Вы что, издеваетесь надо мной? Почему он стоит? Типа, он что, со своей толпой друганов не дружит вообще? Или он с мозгами не дружит? Так, я вам сказал, идите сюда. Да ему на... Ты дурак или что? Подожди, а мы это не пройдем, он не идет. Он сломался? Так, он сломался. И что мне делать? И что мне прикажете делать? Сломался Music Man. Мне его увезти вручную? Давай я его уведу. Слышь, ты говном малолетний, пойдем. Я аккуратно. Все, идите в жопу. Спокойно. Вливаем с этой катки. Я все сделал. Я все отключил. Просто надо было близко не подходить к этой кегле и все. Капец, это была очень опасная миссия. Миссия практически была невыполнима, потому что они не все уходят. Они не все уходят, они вообще обнаглевшие. 250 скримеров. В одной, блин, локации. За что мне это все? Можно мне к Бонни зайти. Поздороваться хотя бы. Ну, игра, ну не беси. А я сейчас смогу туда зайти, наверное, да? Моя любимая мини-игра, да. Что это за говно? Так, ладно, давай сначала звездочки стоять. А как мы их? Я не смогу. Так это не... Вы чё? Это невозможно! А, подожди, возможно. И теперь пицца. Изи. А-а-а! Четко вообще, ты понял? Насколько я четко сработан. Все, мы заходим. Мы не заходим? Шторки закрылись. Надо, наверное, с маской заходить. Так, я внутри. Алло! Не-не-не-не-не, это так не работает. Это так не работает. Я сейчас... Станция зарядки для Фредди. Спокойно. Снимаем маску. Ой. Здорово. Че, жизнь потрепала, да? Как и всех остальных в этом комплексе. Да ну нафиг. Ребята, знаете, где мы? Мы в комнате Glamrock Bonnich. Что? Это же невозможно. Только почему тут Glamrock Freddy стоит? Ну, пацаны, вы тут в боулинг играете, да? Классно вам, да? Так, походу, здесь секретка какая-то. Здесь какая-то секретка, ребят. Вау. Подожди, мне сюда надо? Послушай, больше никаких вентиляций. Что-то выскакивает на меня. Постоянно. Это самый короткий безопасный путь в фазербласт. Если хочешь, можешь списаться на лифтевой шахте. Ладно, используй вентиляцию. Так, подожди, а мы Бонни-то не нашли нифига? Ладно. Да ты дура, что ли? Ты что так орёшь-то? Ты меня-то не пугай, в конце концов. Капец. Опа, роботы. Классный аквапарк, мне нравится. Главное, чтобы в конце не было скримера. Блин, красиво, конечно. Вот это в VR бы вообще смотрелось офигенно, наверное. Я понял, это загрузка? Это что за фигня? А что, доехал с ветерком, мне понравилось. Меч? Это отсыл? Подожди. Да ну нафиг, ребят, знаете, где мы? Вы знаете, где мы? А вы знаете, где мы? Мы же в финале FNAF 9, где тут стоял игровой автомат. Вот он, кстати, лежит. Игровой автомат Princess Quest, это ее фонарь. А это тот самый меч, которым она сражалась. В Princess Quest, ребята. Это же тот самый глич-трап из мини-игры, офигеть! Офигеть, ребята, я в шоке. Насколько крута проработка пасхалок в этой игре. Это просто, я не знаю. А интересно, а можно будет взломать игру не только в обычном вот этом режиме, но и в режиме, когда мы надеваем маску? Мир-то совсем другой. Блин, а это реально интересно. Слушайте, я в шоке, ребят. Это будет, получается, какой-то... Это... Надо будет два раза игру взламывать. Сначала в обычном режиме без маски и в режиме, когда ты надеваешь маску. Потому что мир всегда отличается. Какие-то детали, какие-то моменты. Вот даже фонарь и меч, это все разное. Это офигенно, ребят. Слушайте, ну игра огромная, кстати. Разработчики, видно, что постарались, поработали над своими ошибками, сделали ее намного круче и интереснее. Это просто
Шикардос. Вот этого прохода, по-моему, точно не было. Ну, мы, получается, в Фазербласте сейчас будем, да? Мы в Фазербласте, ребят. Я просто... Похоже, что узлы безопасности находятся внизу. Нет! Нет! Это же всратый лабиринт! Ребят, мы это не пройдем никогда. Мы это пройдем только в том случае, если поставите миллиард, тысяч миллионов, миллиардов, сикселлярдов лайков на этой планете. Вы посмотрите на этот лабиринт, долбанный, он еще весь засрат роботами! Капец! Это просто трэш, ребят, я в офиге. Фред... Бэдбир? Бэдбир? В смысле, Бэдбир? Кто такой Бэдбир? Знаешь, я что-то не хочу знать, кто такой Бэдбир. Бэдбир. Плохой Фредди? Плохой Фредди? Нас ждет, друзья, плохой Фредди. Мы в жопе. Так, мне это не особо нравится, конечно. Тут все раздолбали. Все раздолбали нафиг. Такая веселая музычка играет. Мы сейчас тут сдохнем. Мы сейчас сдохнем под веселую музычку. Так. Все, назад дороги нет. Назад дороги нет, я влип. Даже пушки у нас нет. Офигеть. Просто офигеть. Всех ботов порешали. Трэш. Ребят, это полный трэш. Ну тут реально страшно. Я так понимаю, нам сюда. Не очень-то хочется сюда идти. Два узла. Спасибо, что не 500! Ой-ой-ой. Знаешь, что самое хреновое? Тут где-то глушилка есть, я так понимаю. Что? Фредди? Это был Фредди, ребят. Фредди. Подожди, где, где, где? Вот это? Первый узел есть, спокойно, Фредди здесь. А можно не надо? Так, я нашел первый узел, мне вообще пофиг, я валю отсюда. Я не хочу тут вообще ничего делать. Капец, вот эти вот повороты. Что? Что? Что это было сейчас? Что это? Почему ты достал? Тихо. Мне страшно. Мне, ребят, очень страшно. Мне очень... Я не могу снять маску. Я не могу снять маску. Иди в жопу, пожалуйста. Я не могу снять маску. Ты понимаешь, что я маску не могу снять? Или что? Ты что, меня решил кошмарить пока... Чувак, отвали, пожалуйста. Отдай пройти, придурок! Ты адекватный? Нет, заяц, дай пройти. Дай про... То есть он застрял в проходе и не дает мне пройти? Ты сейчас серьезно, да? И что мы с тобой будем делать? Что мы с тобой порешаем, интересно, в такой ситуации? Пошел вон с прохода, додик. Да я не могу пройти. О, могу. Обманывали дурака. Та-та-та-та-та. Опа. Это мое. Ланчбокс, спасибо, вкусненько. А я сегодня найду глушилку, нету парашную. Мне бы что, Фредди жопу не откусил, потому что он где-то здесь. О, я нашел. Быстрее, пожалуйста! Какой ты мой друг? Ты меня убьешь сейчас! Так, я ливаю с этой катки. Я ливаю с этой катки. Здорово. Он завис, походу, все, лох. Завис, заяц, встретил мы его забаговал. Но это у меня уже была такая загадка. Раз. Потом здесь, подожди. Не, подожди, стой. Два. Что? Откуда? Откуда вы вылезли, черти мелкие? Я не пойму, в этой серии меня только мелкие мюзикмены будут пугать или что-то еще будет интересное? Но тут же нет глушилки. Как я, что я должен был делать? Мне интересно, откуда я начну? У меня будет все активировано или опять лабиринт проходить? Как вы думаете? Так, игра, ты что, сейчас рофлишь что там? Надо было, надо, короче, сделать все настолько быстро, чтобы не появился этот додик. Иначе у меня опять подострет. Смотри. Да давай быстрее. Первая пошла. Надо, короче, очень быстро и еще активировать быстренько мини-игру пройти. Но я уже помню, какой проходить, поэтому это без проблем мы сделаем. Так, я почти дошел. Я почти дошел. Фиг с ним, с подарком, вот реально.
Хорошо, что все эти предметы не рандомные. Если бы они еще были рандомные, я бы тут вообще с ума сошел, наверное. Так, бежим, бежим, бежим. Он появился, я слышал, он появился. Я слышал, как... ну здравствуйте, здравствуйте. Подожди, некогда мне. Все, давай, пока-пока-пока. Давай, до свидания. Давай, до свидания. Спокойно. Очень быстро, очень быстро, очень по фасту, максимально. Быстрее давай. Другая загадка, вы чё? Вы чё, дауны? А я уже все, до свидания. Это что за... Вы чё, да вы... Ладно, допустим. Допустим. Сейчас я сделаю, подожди. Допустим. Ой, хорошо, я это сделал, ребята. Мне надо свалить отсюда как быстрее, спасибо. Глушилка. Все, иди нафиг, заяц обоссанный. Игра сохранилась. Игра сохранилась. Это самое главное, ребят. Потому что сейчас мы закончим на этом. Меня сегодня всю серию кошмарят мелкие мьюзик нахрен мены. 800 скримеров, мюзикменов, я уже охрип орать от этих скримеров, реально. Но серия получилась крутая, поэтому, надеюсь, ты лайк уже поставил. И увидимся с тобой в следующих сериях по FNAF 9 Руины. В общем, это было реально круто. Мы бегали от этих мелких мюзикменов, которые нас пытались достать, но мы все-таки с ними справились. Я надеюсь, свой лайк ты уже поставил, а мы увидимся в следующих сериях по Руинам. Всем удачи, друзья, и всем пока!